Глава региона провел первую рабочую встречу с генеральным директором компании «Газпром Трансгаз Томск» Владиславом Бородиным, который приступил к работе сегодняшнего дня. Нового руководителя крупнейшего в России газотранспортного предприятия губернатору представил заместитель председателя правления «Газпрома» Сергей Хомяков. Сергей Жвачкин отметил, предприятие, работающее на территории 14 регионов страны, особое для Томской области. В первую очередь, потому что ему по плечу самые масштабные проекты, такие как «Сила Сибири». Также глава региона поблагодарил бывшего директора «Газпром Трансгаз Томск» Анатолия Титова, возглавлявшего предприятие с 2012 года, за большой вклад в социально-экономическое развитие области.